Статыстыка кажа, у Гомельской области физической культурой и спортом занимается каждый пятый. Это больше за 350 тысяч человек. Спортивные объекты запотребованные. Их загруженность складает 95%. У вогуле 2017 год был удалым для гомельского спорта. 115 узнагород у 17 видах спорта привезли наши атлеты из международных споборництв у турниров. 21 из них высшего гатунку. Поспехово склались для гомельских спортсменов дефлимпийские гульни, которые проходили у Турции. Плывцы и легкоатлеты принесли 12 узнагород у скарбонку белорусской команды. Выхование резерву, как залог будущих перемог. Гомельская область тут первая сярод регионов. И у медальным залику соступает только Минску. Задача на 2018 год – не сбавлять оборотов. У нас продолжается работы по совершенствованию спортивной базы, материально-технической базы, укреплению этой базы. Мы будем работать в 2018 году дальше по повышению уровня квалификации специалистов и тренерско-преподавательского состава, по росту заработной платы, загрузки наших спортивных учреждений. Еще одна задача на 2018 – подрыхтовка до других европейских гульнев, которые будущим летом отбудутся в Минску. Регион будет удосканаливать туристическую инфраструктуру, а спортсмены – свое мастерство. Великие медальные надеи связаны с веслованием на байдарках и каноэ. До речи, немало представников этого вида спорта стали лауреатами премии Гомельского облвыконкама за высокие спортивные достижения. В 2019 году у Минску весляры мают намер еще раз доказать, что они одни из мощнейших на континенте. Пока готовимся к сезону, то есть отбор все-таки будет и на европейские игры, которые в Минске будут проходить. Поэтому всеми силами планомерно ведем подготовку. Выступать дома на порядок приятнее, во-вторых, при своих болельщиках, и тем более, ну, можно сказать, первый раз такие соревнования проводятся в республике. Спортивный календарь на 2018 год вельми насыщенный. У регионе отбудется шмат республиканских и международных споборництв, у тым лику континентального и сусветного масштаба. Напроконцы соковика у Гомеле пройдет чемпионат Европы по легкой атлетице у закрытых помешканиях сярод спортсменов с порушениями слыху. У Костычнику областный центр прыме молодежный чемпионат свету по шашках. Максим Савин, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель».